Приветствую вас, друзья! Продолжаем обзоры монет, и сегодня мы с вами знакомимся с монетой в 1 доллар страна Ямайка, или, как некоторые говорят, Джамайка. Монета имеет семиугольную форму, и на монетном поле мы с вами видим герб Ямайки. Это официальный геральдический символ государства, в основном унаследован от британцев. Герб с небольшими модификациями был предоставлен Ямайке еще в 1661 году королевским ордером. Оригинал был разработан Уильямом Сенкрофтом, тогда архиепископом Кентерберийским. Изображенный на гербовом щите крест на белом поле – это крест Святого Георга. Взят со старого английского флага и напоминает о многовековых связях с Великобританией. Ямайка и сегодня является британским доминионом. Ананасы, помещенные на щите, не играли и не играют большой роли в хозяйстве и выращиваются в незначительных количествах. Они символизируют тропическую растительность и сельское хозяйство в целом. О трагической истории Ямайки напоминают поддерживающие щит фигуры коренных жителей острова, индейцев араваков, полностью истребленных испанцами еще в XVI веке. Впоследствии на их место англичане завезли негров-рабов из Африки. Корзина с плодами и фруктами в руках индианки и лук в руках индейца напоминают об их основных занятиях – земледелии и охоте. Довольно бедную фауну Ямайки представляют на гербе острорылый крокодил, стоящий на бревне, обозначающем местную флору. Шлем над щитом традиционен для гербов бывших британских владений. Цвета венка соответствуют цветам поля и креста на щите – от цвета намета, цветам этого поля и ананасов. Девиз «Out of men, only people» на английском языке означает «из многих единый народ». Он выражает стремление к единству и сплочению различных национальных и расовых групп населения. Существуют упрощенные варианты герба, гербовый щит, окруженный двумя государственными флагами и увенчанный лентой с девизом. А теперь обратимся к реверсу монеты. Монета имеет отношение к серии «Национальные герои», и здесь на реверсе монеты мы с вами видим портрет Уильяма Александра Кларка Бустаманте, главного министра в 1953-55 годах прошлого столетия, премьер-министра в 62 и 67 годах и народного героя Ямайки. При рождении ему дали имя Уильям Александр Кларк. Отец – ирландский католик, мать – смешанных кровей. По одной из линий происходила из аравакского племени Таино. Псевдоним Бустаманте взят в честь испанского капитана, оказавшего Кларку помощь в его юные годы. Окончил Королевскую академию в Мадриде, в 21 год эмигрировал на Кубу, где работал полицейским. В 1934 году вернулся на Ямайку и занялся ростовщичеством и скупкой недвижимости. В 1938 году по стране прокатилась волна беспорядков и забастовок. Бустаманте активно выступал за проведение реформ, был дважды арестован, отсидел в тюрьме, затем организовал профсоюз промышленных рабочих, названный его именем. Несмотря на то, что его лидер с сентября 1940 года по февраль 1942 содержался под стражей, партия насчитывала 37 тысяч членов. Благодаря двоюродному брату Бустаманте Норману Менли, который организовал 38-м социалистическую партию умеренного толка. В 1943 году Бустаманте создал лейбористскую партию Ямайки, куда вошли многие члены бывшей партии. Менли объявил о проведении референдума, по итогам которого Ямайка вышла из состава Вест-Индской Федерации в 1962 году.
том же году после референдума партия Бустаманте победила на выборах, и Бустаманте стал премьер-министром. 6 августа 1962 года Ямайка стала доминионом Содружества, в 1963 году вступила в МВФ, а в 1966 в стране заработал парламент. В 1969 году Ямайка вошла в Организацию американских государств, и Бустаманте ушел в отставку. Умер Бустаманте в Айриштаун Сент-Эндрю, Ямайка, 6 августа 1977 года. Монета выпускалась с 1994 по 2008 год. Вид чекана — регулярный выпуск. Назначение — национальные герои. Правитель — Елизавета II. Материал — никель с остальным покрытием. Гурт гладкий. Отношение аверса-реверса медальное. Вес 2,91 грамма, диаметр 18,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. То есть довольно маленькая монетка. По кругу реверса мы видим надпись «National Hero» внизу, то есть «Национальные герои». И по кругу «Сир Александр Бустаманте». Вот такая замечательная монета. Всем спасибо и до следующих обзоров.